Друзья, всем привет, это Абхазия. И передаю привет анонимным наркоманам и всем остальным, тем, кто думает, что контроль возможен, невозможен, зависимости, независимости. Это чача, абхазский национальный напиток. И она, ну, такая, как водка. О, как ты, Максим? Скажи, я давно не бухал. Сейчас, подожди, 10 минут пройдет. Выпил все, что ли? Да. Я язычок намочил, он реально вкусный, как виноград. Да? Да. Здравствуйте. О, такой запах, я аж пьянею от этого запаха. Не-не, я не буду. Тетя, вот. Не, я боюсь. Я не пью такое. Я опьянею с ним, что? Ну можно я понюхаю хоть? Да, пить можно. Видите? Виноград, да? Да, да, зимний. Это, а, вы сюда это накладываете? А листья для чего вот эти? Чтобы снизить это. А, не приграл. А оно варится, да, как бы? Да, да. Правда? Ну пахнет, да, самогоном. Чача, хочешь попробовать на язычок? Нет. Она вот горячая, только-только вот. Понюхай. Прикинь, это спиртное. Это чача? Да, оно не пахнет нисколько. А что это такое? Чача. Виноград. Виноград? Виноград. Ого. А такой уже подкисший немножко, да? Не знаю, давай для контента. Ну что ты скажешь? Угу. У тебя дым пошел, слышь. Ну она поняла, она совсем не такая, как водка. Она вообще бьется, как вода. Ты серьезно? Да. Так она и пахнет, понимаешь? Она пахнет виноградом. Ну понюхайте. С этой женщиной он расстался и сразу забухал. И сразу забухал. И она говорила, что я тебя спасла от синей еды. Пишите в комментах. Лучше, чтобы он был с ней и не бухал, либо один, но бухал. Прям чуть-чуть пригуби. Вот, пошла, да, как бы как от водки, но потом хопа вот сейчас, и смотри, и пропала, да? Да, вообще сейчас. А сколько тут раз? А сколько? 70 вроде. 70? 70 грамм. А чем вы меряете? Вот, спиртометр. Первый. Вот запечатали бочку с виноградом. Вот сейчас герметично будут замазывать кукурузным тестом. Вот угли снизу горят. А здесь вода холодненькая, да, циркулирует? Да, да, да. Ну, самогонный аппарат, в принципе, тоже. Что, надо открывать, да, проверять так? Нет, почистим его. Почистим. Будем. Вы этот поменяли уже, а этот, да, только меняете. Поменяли. Да, да. И на сколько вот сейчас она будет стоять, сколько? Бродить так он? Полдня. Полдня, да? Да, вот это. Один день, два, это... поставили, уже взяли, другой поставили. А сами любите пить, нет? Нет. Нет. Иногда любят. Когда праздник. Как-то. По праздникам, да? Да. Правильно, если постоянно пить плохо. Зачем надо? Нормальный? Вау, и вообще хорошая. А это сейчас вываливать все это, отходы? Она уже не дает этого. Да. Вы... Ничего, нет, ничего. Спирт не дает уже. А это сырье, это что, виноград? Да. То есть его сначала перемалываете, да? Сначала туда поставим и его это. Там и сиропки есть. Угу. И сиропки. Специальный станок есть. Станок есть. Специальный. И вот в этой емкости он его молит, мелит. Вот, потом это сырье загружают туда. И ставят на полдня. А это автомобиль ваш? Да, наш хозяин. Наш хозяин. То есть на чаче можно купить, да? Автомобиль. Можно купить. Можно каждому по автомобилю, да? Ну,
Но стоит это все на медленном огне, да? Буквально, чтобы угли просто тлели. Да. Огонь же не нужен, чтобы там кипело это все. Нет, огонь нужен. Нужен? Да. Ну, то есть, чтобы она кипела постоянно, да, нет? Да, да. А, кипение нужно, понял. Когда она кипит, сразу ставит. Там будет корова покушать здесь. Что покушать? Корова. Корову? Да. Ай, мы мясо не едим, мясо плохо. Мы же не пьем, это я один пью. Ты что, не пьем, не курим? Зачем? Если изменять сознание, можно медитация есть. То есть глубоко подышать там, расслабиться. И все, и хорошо будет. Давай, шеф, нагружай по полной. Тесто кукурузное. Все, поехал. Тачка, по-моему, где-то здесь была припаркована. Кукурузное тесто. Можно попробовать, да? Или оно несъедобное? А, на него, ну, я думаю, ну, можно попробовать так. Рыбачить хорошо было. Это же просто кукурузная мука и вода, да? Да-да. Дрожжей нету, ничего? Вот, вытащили. В принципе, даже ничего не мыли. Залили уже немножко водички. И достают сырье. Ну, это виноград, да, размельченный получается? Да. А он долго тут стоял? Месяц. Месяц стоит тут? В общем, вот нагрузится, закроется, залепится и процесс пойдет. Ладно, удачи вам, друзья, все хорошего. Нас ждут вообще там. Пошли, ребят. Поехали. Машинка ждет. Народ гордит. Хочет замок 365 комнат. Вообще меня прет, на самом деле. Я пьяный. Я не пьяный от моего дыхания. Я как вот. Это реклама. Реклама Чачи. Чача прет вообще угарно.